Задача была поставлена, и решить мы ее хотим до наступления тепла. У меня дед был пожарный, отец работал пожарным, мать несколько пожарных знали, и я пошел и вступал. Некоторые люди пишут вот только мастихина. Мне больше нравится гладкая живопись. С наступлением тепла заботы управления по содержанию коммуникаций и сооружений кардинально меняют характер. Наступает пора укладки асфальтобетона. Именно на этом сейчас сконцентрированы дорожники ремонтно-механического участка в Пангодах. Главное, чтобы автопарк не подводил. Сейчас специалисты готовят асфальтоукладчик, дорожный каток и другую вспомогательную технику к ударной работе в летний период. Проводим как плановые работы, так и неплановые. Текущий ремонт, то есть стараемся подготовить весь парк для работы без штатных и внештатных поломок. Проводим сейчас в данный момент замену расходников, замену подшипников, смазку, протяжку, проверку ступичных подшипников, то есть все по плану, все по регламенту. С 1 июня бригады, сформированные на дорожно-эксплуатационном участке УСКИС, выйдут для проведения неотложного ямочного ремонта на автодороге над Импортазовского региона. Как только установится теплая погода, начнется основной цикл работ. Планируемый объем выпуска и укладки асфальтобетонной смеси при своевременном поступлении необходимых материалов составит 10 300 тонн. На Абованенково летний сезон откроется месяцем позже. Здесь будет производиться благоустройство в зоне УКПГ-3. А после паводка на автодорогах Ямальского месторождения начнутся работы по замене и перекладке покрытий, состоящих из дорожных плит. На Абованенково энергетики завершают сезон и цикл технических работ. Они связаны с ремонтом узлов крепления провода гирляндам изоляторов на одной из высоковольтных линий электропередач. По СН2 имеем 24 мегаватта установочной мощности, по СН1 значит, мы имеем 25 мегаватт установочной мощности, 48, а мы здесь теряем 36. То есть практически половину мы теряем мощности. Потеря таких источников для нас это очень болезненный вопрос и очень серьезный в целом для промысла. Ежедневный вклад энергетиков в повышение надежности своего оборудования обеспечивает бесперебойную работу промысла Абованенковского месторождения, тем самым решая главную задачу, стоящую перед нашей компанией – вести добычу газа. «Газпром добыча на дым» прошел единичный внутренний аудит системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту. Такую проверку предприятие проходит раз в 3 года. Эксперты проверили 24 отдела администрации и 2 филиала компании – Медвежинское газопромысловое управление и инженерно-технический центр. Аудит проходил в удаленном формате. Заранее мы отправляли весь пакет документов аудиторам, которые все рассматривали очень подробно. На основе наших переданных данных аудиторы готовили перечень вопросов, которые они задавали тому или иному структурному подразделению. Несоответствий у нас не выявлено. Однако, как считают специалисты, ценность аудита не столько в положительной оценке, сколько в рекомендациях экспертов, направленных на улучшение функционирования систем. В филиалах «Газпром добыча на дым» продолжается первый этап научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Дарья Девятова и Никита Филюрин из управления связи придумали альтернативу ручного цифрового коммутатора. Молодые новаторы продемонстрировали свое оборудование в деле, а также ответили на уточняющие вопросы экспертов. Правильно? У нас на сегодня предварительно вызовы обрабатываются телефонистами. Вариант ввести автоматизацию, а возможно какие-то дополнительные сервисы, которые действительно будут интересны и удобны работникам нашего общества. Получение смежной специальности в учебно-производственном центре компании открывает новые возможности. Свидетельство стропольщика получил Андрей Подпрятов из управления связи. Он изучил теоретический курс и прошел производственную практику, которая завершилась пробной квалификационной работой. Управление связи. Я буду единственным квалифицированным специалистом по разгрузке и погрузке оборудования, также при поступлении его на предприятие. Такую переподготовку, 160 учебных часов, ведут специалисты управления материально-технического снабжения и комплектации. Стропольщик – профессия довольно востребованная. Обучение проходит более 100 человек в год на Дымском, Пангодинском и Ямальском отделениях по обучению персонала учебно-производственного центра.
В Надыме впервые провели триатлон. Он включает три циклических вида спорта – плавание, велогонку и бег. Участниками соревнований стали работники «Газпром-добычи Надым» и их коллеги из «Газпром-инвеста». Всем атлетам нужно было проплыть 500 метров, затем преодолеть велодистанцию 13 километров, а потом пробежать еще 3,5 километра. Пока не попробуешь, не поймешь себя. Это классно. Это для меня первый триатлон, и я думаю, да, я доволен. Я так понял, я занял 3-е место. Конечно, да, есть свои нюансы, и велосипед, и плавание. Я особо не занимался этим. Да так, есть куда стремиться и над чем работать. Организаторы основательно проработали вопросы безопасности. Все спортсмены справились с задачей и благополучно достигли финиша. Первый надымский триатлон единогласно признали успешным. Мы приметили тех людей, которых нужно зацепить в наш спортивный комплекс и там как можно дольше удерживать, потому что это достаточно хорошие спортсмены. Вообще обстановка и атмосфера этих соревнований очень позитивная. Я очень рад, мне очень понравилось, что у нас такие соревнования теперь проводятся. Для выпускников прозвучали последние звонки. В Надымском районе в этом году аттестат о среднем общем образовании получат 439 11-классников. Среди них юноши и девушки, которые 2 последних года учились в корпоративных классах. Еще нет осознания того, что уже все, школа закончилась, что последний звонок был. Еще впереди месяц экзаменов, так что ощущения прям выпуска нет. Очень сильные ребята, очень сильный класс и преподавательский состав тоже на высшем уровне. Обучали нас строго, но справедливо, много работали. И на самом деле прирост знаний за последние 2 года в «Газпром-классе» немного отличается от прироста за предыдущие годы. В «Газпром-классе» было очень много мероприятий, нас водили на экскурсии в «Газпром», у нас были хорошие преподаватели, сессии. Это было все сложно, непривычно, и это были хорошие 2 года. Выпускников поздравили родители, педагоги, наставники и почетные гости праздника. От имени генерального директора «Газпром-добычи Надым» Игоря Мельникова пожелания и напутствия им передал его заместитель, главный геолог компании Сергей Нерсесов. Профильное обучение дает подросткам хорошие перспективы и старт в профессиональное будущее. А после окончания школы они могут пойти учиться в один из вузов-партнеров «Газпрома». Результаты этой работы, результаты этого обучения мы увидим в ближайшие годы, когда детки, обучившись, начнут возвращаться на родное предприятие, начнут показывать результаты своего обучения, да, и демонстрировать свои навыки. Надеюсь, что это произойдет, надеюсь, что это будет действительно тенденция, да, и мы ждем, на самом деле ждем. Полуостров Ямал, 71-я параллель. Делегация общества «Газпром-добычи Надым» участвует в торжественной церемонии открытия комплекса переработки этана, содержащего газа в поселке Усть-Луга на базе Тамбейского месторождения. Перед вами скважина 207, конец мая, температура ниже нуля, а порывы ветра более 20 метров. И буквально полчаса остается до торжественной церемонии. Комплекс переработки этан, содержащего газа, объединит газопереработку, газохимию и сжижение природного газа. Начало его строительства – стратегически важный момент для экономики нашей страны. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Александр Новак, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор «Русгаздобычи» Константин Махов. Одновременное производство этана и сжиженного природного газа позволяет значительно повысить финансово-экономические показатели проекта, обеспечить ресурсную стабильность по подаче газа как в единую систему газоснабжения Российской Федерации, так и ресурсную обеспеченность проекта, а также сбалансировать влияние ценовой конъюнктуры. Здесь на строительстве комплекса в пик будет работать 35 тысяч специалистов разных специальностей. А к моменту ввода в эксплуатацию здесь будет создано 5 тысяч новых рабочих мест.
Комплекс станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из мощнейших в мире, а также лидером по сжижению природного газа в северо-западной Европе. Здесь же планируется производить этан, который высоко ценится в газохимической промышленности. Газ, богатый этим веществом, будет поступать сюда сначала с месторождений на Дымпур Тазовского региона, а потом с Тамбея. История освоения газовых кладовых Ямальского полуострова начинается с открытия 70-х годов таких уникальных по запасу месторождений, как Баваненковское, Харасовейское, Крузенштерское. Чуть позже была открыта группа тамбийских месторождений. Их активная фаза доразведки начата «Газпромом» с 2008 года. С этого момента начинается основной этап в развитии для «Газпрома» проекта тамбийского кластера. В кратчайшие сроки был выполнен существенный объем геологоразведочных работ. Завершено строительство 14 разведочных скважин с применением передовых технологий современного высокотехнологического оборудования. В результате этих работ три отдельных месторождения – Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское, Тосийское – были объединены в Единое Тамбейское, площадь которого составила 2770 квадратных километров. Для того, чтобы обеспечить этан, содержащим газом перерабатывающий комплекс в Усть-Луге, здесь, на Тамбейском месторождении, будет создана уникальная промышленная инфраструктура. Транспортировка газа будет проходить по специально выделенным для него магистралям. Буквально несколько дней назад на Тамбее не было связи с внешним миром. «Газпром» космические системы установили специализированное оборудование, и интернет и связь появились здесь для того, чтобы организовать телемост. Для разработки тамбейского месторождения создадут новую структуру «Тамбей Газдобыча». Начало добычи природного ресурса планируется вести с 2026 года, но уже сегодня проект по созданию комплекса называют уникальным. Гордость за «Газпром», что существуют такие прекрасные, крупные, грандиозные проекты у «Газпрома». То, что сегодня вот прошло мероприятие по открытию завода в Услуге, то, что сегодня мы с вами находимся на Тамбее, да, это перспективы «Газпрома», я считаю, это для нас Харасовей, Крузенштерн, для «Газпрома» дальше Тамбейское месторождение. То, что сегодня мы делаем, это делаем мы не только для «Газпрома», да, мы делаем для развития, для экономики всей нашей страны России. Можно сказать, что моя судьба была решена с детства идти работать пожарным. Бывало, в детстве приходил на работу к отцу, смотрел резервные машины, открывал отсеки, примерял боевую одежду, смотрел стволы, рукавные линии. Я из семьи пожарных. У меня дед был пожарный, отец. Работал пожарным, мать несколько пожарных охраны, и я пошел по их стопам. Я работаю на производственном объекте Харасовейского газоконденсатного месторождения. У нас специфика работы заключается в том, что мы находимся в условиях крайнего севера и нехватки воды. То есть не везде есть доступ к воде. Нужны тяжелые боевые машины с большим объемом, с запасом воды. Мы всегда находимся в боевой готовности. Даже находясь на сменном отдыхе, мы можем быть привлечены к работам. В нашей работе мы должны быть физически подготовлены, морально, психологически устойчивы столкнуться с огнем. Заступая на смену, мы не знаем, что с нами произойдет. Работая на производстве, мы понимаем, что люди рассчитывают на нашу помощь в случае попадания в беду. Я горжусь тем, что я работаю пожарным, потому что в случае беды мы первые приходим на помощь людям. Я не представляю себя в другой профессии.
обычная трудовая смена сварщика, но сегодня рабочие используют свои скиллы не напрямую для производственных нужд, а чтобы заявить об уровне компетенции. Идет традиционный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников транспортного филиала компании. 9 специализаций и почти 100 участников. Одними из первых в трудовой баттл вступили электрогазосварщики. Задача – сварка поворотного стыка трубы. Виктор Буяк имеет дело с металлом уже 27 лет. Говорит, соревнования – отличный способ разнообразить будни. Конкурс – это встреча коллектива, сварщиков, коллег. Кто показывает лучшие результаты, кто-то нормальные. Ну, всех старается проявить себя с лучшей стороны. И это, конечно, обсуждается между сварщиками. А это еще одна производственная арена. Здесь мастерство демонстрируют автоэлектрики. Сначала им необходимо решить ребус, понять, почему машина не заводится. Потом, соответственно, устранить поломку. Рядом в зоне текущего ремонта испытания проходят слесари. Их задача – заменить подшипники ступицы автомобиля. Кстати, всем участникам нужно не просто выполнить задание, но и уложиться в заданное время. Например, в агрегатном цехе конкурсантам необходимо справиться с проблемой за 20 минут. Но нет предела совершенству. Здесь даже те, кто выполнил работу быстро и на отлично, не забывают про самокритику. Это наша постоянная работа, как говорится, говорится. Ну и как вот сегодня при выполнении? Ну, хорошо. То есть есть еще к чему стремиться? Всегда есть к чему стремиться. Традиционно профессиональная олимпиада включает два этапа – теоретический и прикладной. На первом участники проходят своеобразный экзамен на знание основ своего дела. Второй важный момент – выполнение практического задания без штрафных баллов. Минусы можно заработать за нарушение технологии и правил производственной безопасности. За этим тщательно следят организаторы. Поэтому, как бы ты ни был хорош на практике, при нарушении требований охраны труда скидок не сделают. При организации этих мероприятий мы огромное внимание уделяем этим моментам. Само проведение соревнований, потому что оно проходит на территории производственного участка, и проверка знаний самих водителей, слесарей, токарей, они тоже на местах производства начинают свой рабочий день, соблюдая с соблюдением производственных правил безопасности. Поэтому они еще раз подтверждают это все, и это в дальнейшем влияет на производственный процесс. Номинация с самым массовым составом участников – водители. В этом году они демонстрировали свое мастерство на территории филиала. Задача – справиться с маршрутом, показав фигурное вождение и точность. Еще одна новинка – два вида транспортных средств. Каждый показал себя и за рулем легковушки, и управляя грузовиком. Конечно, интересно попробовать что-то новенькое. И на КамАЗ, и на УАЗ. Вот и на БелАЗ хочется попробовать. Тут, в принципе, все можно сделать, хорошо проехать, только скорость зависит. Начинаешь торопиться, начинаешь ошибаться. Конкурс профмастерства помогает подтверждать компетенции работников, показывает их профессиональный рост. Лидеры состязаний получают почет и уважение коллег, а еще им положены вознаграждения. Кроме этого, говорят транспортники, производственный чемпионат дает возможность встретиться всем коллективом, пообщаться и обменяться опытом, укрепив командный дух. По-своему прекрасно. Казалось бы, с наступлением тепла природа пробуждается, а вот силы человеческого организма истощаются. Что такое авитаминоз и как его пережить, узнаем у профессионала. Можно сказать, что человеческий организм тоже просыпается. В течение всей зимы, осени мы интенсивно работали, наш мозг думал. И когда приходит солнышко, уже очень большое количество времени занимает день, и наш организм тоже просыпается, и организму требуется уже большое количество витаминок, микроэлементов. Поэтому, конечно же, когда уже весна, то организм требует большого количества пищи, а с пищей мы получаем много витаминов и микроэлементов. Витамины жизненно необходимы. Одни попадают к нам в организм с помощью пищи, другие синтезируются микрофлорой кишечника, ну а третьи вырабатываются в коже под воздействием солнечных лучей.
как это проявляется клинически. То есть это человек испытывает усталость, ему хочется спать, у него мозги не с такой интенсивной скоростью начинают думать, кожа шелушится, волосы выпадают. Онемение в конечностях, может быть, боль в конечностях. У человека не хватает сил, ему не хватает энергии, он быстро устает. И уже ближе к весне, конечно же, нужно пополнять свой организм свежими фруктами, свежими овощами. То есть питание должно быть у нас сбалансированное, должно быть богатое витаминными и минералами. Поэтому правильное питание, нахождение на солнышке. У нас день сейчас достаточно удлинился, поэтому прогулки. Солнышко необходимо для выработки витамина D. Со свежими фруктами и овощами мы получаем другие витамины. К примеру, один из важных витаминов – витамин С. Он оказывает сопротивляемость организма к инфекциям и негативным факторам окружающей среды. В больших количествах содержится в цитрусовых, болгарском перце и брокколи. Витамин А влияет на зрение, костную систему, оказывает сопротивляемость к инфекциям. Витамин В регулирует в организме углеводный обмен, улучшает работу сердечной системы, укрепляет мышцы, помогает бороться с лишним весом. Витамин Д влияет на состояние зубов, костной системы, контролирует массу тела. Витамин Е выполняет роль антиоксидантов, защищает от появления тромбов, предотвращает окисление тканей. Отдельно советуем, но слишком большие комплексы, которые напичканы большим количеством витаминов и микроэлементов, это нужно индивидуально, каждому индивидуально решить, какие витамины и в каком количестве. Но, например, по отдельности витамины, их можно. Тут, в принципе, человек может сам приобрести и принимать витамин D, витамин А и В, например, где содержатся А и Е. Это антиоксиданты, то есть тоже нам помогают в борьбе противостоять вирусным инфекциям, то, что нам как раз сейчас необходимо. Ну и комплексные поливитамины, они содержат микроэлементы в своем составе, поэтому, конечно же, необходим их прием, но прежде нужно консультироваться с доктором. Потому что избыток витаминов тоже не очень-то положительно сказывается на нашем организме. Не жалейте времени на себя и свое здоровье. И пусть наши советы помогут вам, а надымская погода принесет только самые положительные эмоции. Горный воздух зреет, в высотах небо чистотой. Он чистоту растит, лелеет, чтоб подарить ее весной. И разливает свежесть весен голубоватый небосвод. И отлетают зимы, осень, уносят снег, уносят лед. Уносят сердце лед жестокий, на север дальний, снеговой. И в сердце проникают токи весенней радости живой. Посмотрите, какие замечательные картины пишет наша коллега Светлана Дейкун. Сегодня в рубрике «После работы» мы с ней познакомимся. Светлана, вот бытует мнение, что научиться рисовать можно только в детстве. Вы с этим согласны? Нет, совершенно не согласна. Потому что я научилась рисовать этим летом. Раньше я никогда не рисовала до этого. То есть никаких художественных школ я не заканчивала, ни на какие курсы я не ходила, ни в детстве, ни потом. Случайно, в соцсетях
как-то так листая-листая, я видела курсы Наталья Юршина, там бесплатно был у нее мастер-класс. Я попробовала, отправила ей. Она написала: вы, наверное, занимались. Я пишу, что нет, я не занималась нигде. Говорит, может, попробуете? Вот как-то так невзначай, вообще не собираясь. Я выбрала самый первый курс, это живопись маслом для начинающих. На этом курсе там было 9 уроков. После написания картины мы ей это все отправляли, она проверяла, смотрела, что где может быть подправить. Вот первая моя картина «Зебра». Здесь она нас учила градиент, растяжка цвета, то есть переход. Вот. Потом дальше, вот перчики были, там объем. Мы учились передавать тени, без чего в живописи никак. Гладкая живопись была, калы. Так, что у нас здесь? У нас была воздушная перспектива, то есть она нам рассказывала, показывала, что чем удаленнее предмет, тем он больше уходит в серость. То есть передний предмет никогда не будет более размытым, чем дальний. То есть такие уроки. Что вот корабль мы писали, это гладкая была живопись. Попугай, здесь мы осваивали мастихин, такое интересное слово. Это железная лопаточка для объемного нанесения. Вот если вы потрогаете, вот здесь вот так вот, почувствуете, ой, что это... Мне так нравится именно эта техника. Мастихин очень интересная техника. Но к ней надо прийти, наверное. То есть некоторые люди пишут вот только мастихином. Мне больше нравится гладкая живопись. Потом, когда, получается, вот этот курс я закончила, мне она прислала сертификат. И я пошла на профессионал. Вот первая картина была... Вот, с профессионала у меня парусник. По сравнению с этим, да, уже разница. Светлана, скажите, а что нужно для того, чтобы начать рисовать? Желание. Чтобы писать маслом, ну, в первую очередь, надо холст, на чем мы будем писать. Есть вот на картоне, да, грунтованный, а есть именно холст, который на подрамнике. Они продаются? Они продаются, но у нас они не продаются. Это понятно, все я заказывала, да, мне оно приходило. Конечно, масло, краски, они в наборах продаются, они продаются отдельно, они продаются в разных объемах, то есть можно купить и поменьше, и побольше, смотря сколько чего надо. Но просто уже потом с опытом понимаешь, какие цвета нужны больше. Потому что, чтобы не брать все подряд, очень много цветов можно просто смешать из трех цветов даже. Наверное, белый самый сложный. Самый ходовой, может быть. Да, ну не только белый. И синий очень ходовой у нас, да, потому что с него тоже можно сотворить всякие разные цвета. Кисть. Конечно, кисти нужны, и ни одна, ни две. Писать можно всем, и салфеточки идут тоже, то есть ее можно, особенно когда облака, там всякие техники есть. И строительные кисти. Для фона строительная кисть подходит очень даже хорошо. Что вы чувствуете? Что это вам дает? Знаете, вот когда пишу картину, я улетаю куда-то, вот спокойствие, такая тишина, спокойствие. Особенно я люблю писать вечером, либо ночью уже. Для меня это антистресс. Светлана, ну мы приходим к своим героям еще и за тем, чтобы научиться у них чему-то. Можете мне показать? Да. Есть такая картина, я ее полторы недели начала писать назад. Подсолнухи декоративные. Она процентов на 80 написана. И вы мне доверите немножко? Да, и вот здесь это не просто какой-то там гнилой фруктик лежит. Это подмалевок под подсолнух, который он у нас якобы упал и будет здесь лежать. Красота получилась. Вы все еще сомневаетесь, стоит ли вам взять в руки кисть? Стоит. Не бойтесь научиться чему-то новому. Ведь прикоснувшись к этому виду творчества, вы раскрасите свою жизнь новыми красками. Причем в буквальном смысле этого слова.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я Геннадий Скаков, и с вами снова рубрика «Книжный блог», где мы продолжаем разговор о том, что будет интересно узнать работникам «Газпромдобычи на дым» из мира книг. И сегодня в очередной рубрике нашей программы мне хотелось бы представить нашим дорогим телезрителям книгу замечательного поэта и писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Его сказка «Маленький принц», которая представлена в данной книге, стала заключительным творением автора и принесла ему мировую известность. Была опубликована 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке за несколько месяцев до последнего боевого вылета писателя. Кстати, сбил писателя немецкий летчик, который был поклонником Экзюпери. Эту книгу он посвятил своему другу Леону Верту. Стоит отметить, что Леон, который был писателем-критиком, являлся евреем и страдал от преследования в период развития нацизма. Ему также, как герою произведения, пришлось покинуть свою планету, но не по своей воле. Экзюпери не просто писатель и поэт. Это талантливый и творческий человек, родом из Франции, для многих людей остается хранителем человеческих ценностей. Профессиональный летчик, испытатель, влюбленный в небо, он всегда был настоящим романтиком. За свой вклад в гражданскую авиацию награжден орденом Почетного легиона. Биография Экзюпери отмечается, что одной из его особенностей было полное неумение лгать. Пытаясь соврать, он сразу же начинал отчаянно краснеть и путать слова. Прежде всего, эта сказка в простой и проникновенной форме рассказывает понятие мудрости жизни, учит любить и мыслить, воспитывает ответственность и заботу. Это своего рода завещание идеалов, кодекс чистой морали. Эта книга была переведена практически на 300 языков и диалектов мира. Ее можно читать бесконечное количество раз, в любом возрасте, в любом настроении, в любое время года. Это произведение воспринимается по-разному. Количество цитат, которые можно выписать из этой книги, невозможно сосчитать. И каждая будет нести необыкновенно глубокий смысл. А у меня на этом все. Великодушно благодарен за внимание. До новых встреч. Читайте книги.